Сидеть никто. Неписанное правило рынка гласит: руби капусту, пока растет. Поэтому было выпущено несколько продолжений того же Doom. Затем был Quake. Наверное, это была и остается самая мрачно раскрашенная игра от ID Software. Тем не менее, ее серьезным отличием было то, что все персонажи были абсолютно трехмерными и двигались куда более реалистично, нежели монстры в вышедшем почти в то же время Duke Nukem 3D, который продолжал использовать старый движок с плоскими фигурами. Начиная с первого Doom и заканчивая первым же Quake, налицо было преобладание всевозможных мистических моментов, как правило, с ярко выраженным сатанистским уклоном. Авторами был выдуман некий кибернетический ад, в который так или иначе не сходил герой, чтобы разобраться там самым главным с кем бы то ни было. Причем в первом Думе третий эпизод так и назывался — Инферно. Оружием разборки были вовсе не квест или пузырек со святой водой, а старый добрый гранатомет или плазменная винтовка. Добро пожаловать в 20 век! Первый Quake как бы повествовал о заключениях нашего бравого морского пехотинца уже непосредственно в самой преисподней. Ничего этого не осталось во втором Quake, остался только главный герой и идея спасения всего мира. Теперь угрозы исходят от неких внеземных форм жизни. И снова оружие совсем новое и старое с улучшенным дизайном, а также скупая палитра уровней с преобладанием оранжевого, бурого и серо-зеленого. Третий Quake ждали долго. Вначале были скриншоты, затем короткие видеофрагменты и, наконец, демонстрационные версии, тормозящие и хромающие, но вполне играбельные. Теперь все позади. Поздравляю вас, дождались. Если во втором Quake не осталось ничего от мрачной мистической атмосферы сиквела о морпехе, то в третьей игре славной семейки с большой буквы Q не осталось ничего и от самой идеи спасения человечества. Как выяснилось, самое интересное в каждой трехмерной стрелялке от первого лица вовсе не истребление ни в чем не повинных монстров, а сражение в компьютерной сети с другими геймерами. А все потому, что человек как соперник всегда более интересен, нежели тупой монстр, управляемый компьютером, как правило, сам бегущий на ствол. Единственной проблемой было то, что далеко не все индивидуальные пользователи имеют возможность участвовать в сетевых игрищах. Стало быть, помимо чисто сетевого варианта игры, должен быть некий способ сохранить и того, не сетевого пользователя. Пользователя, который пусть и не торчит целыми днями в интернете и не готов проводить дни и ночи на работе только потому, что там компьютеры связаны воедино, но тоже хочет остаться в клубе мастеров шотгана и не против забить партийку-другую в игру типа «Беги и стреляй». Таким образом, на свет появился симулятор сетевых сражений под названием Quake 3 Arena. Да, дорогие друзья, это уже не просто шутер, это самый настоящий симулятор, который позволяет вам сражаться с себе подобными. Так как мы рассматриваем одиночный вариант игры, то в роли себе подобных здесь выступают управляемые компьютером персонажи, так называемые боты. То есть ваши соперники — это такие же, как вы, охотники за очками, стремящиеся набрать максимальное число фрагов и занять первое место в состязании. Смысл игры прост. Вам предлагается на выбор группа уровней, арен для сражения. На каждой арене есть своя веселая компания ботов, ассортимент оружия и определенное количество фрагов, очков, дающихся за каждого удачно грохнутого противника. Если вы первыми набираете необходимое для победы число, вам засчитывается победа и присуждается первое место. Чтобы перейти к следующему комплексу арен, нужно занять первое место в каждом сражении. С самого начала разработчики пугали пользователей невероятными системными требованиями игры. Всевозможные кривые поверхности, слоистый туман, искривленные отражения, световые эффекты и так далее. Да, все это есть, но, как показано на практике, большинство красивостей теряют свою актуальность на пятой минуте игры. Поэтому если ваш компьютер не желает отображать их в реальном времени, то вы можете отключить их волевым движением мыши. Поверьте, бешеный темп игры просто не позволяет любоваться готическими изысками, либо считать количество цветов, которыми переливается телепортер. Наиболее удручающе обстоит ситуация с оружием. Два слова большими буквами. Ничего нового. Более того, то, что было, теперь выглядит как-то невнушительно. Вспомним дробовик второго Quake. Держа его в руках, осознаешь, что держишь оружие. Теперь же из-за края экрана торчат два жалких обрубка. Это стволы. И даже осознавая, что убойная сила та же, двустволку хочется поменять на что-нибудь более внушительное. Просто из-за боязни, что боты засмеют. Остался Grenade Launcher.
метатель гранат. От него и раньше в сетевом сражении пользы почти не было. А теперь он еще и приобрел форму пистолета для забивания гвоздей. Не знаю, как вам, дорогие геймеры, а мне совершенно наплевать, мимо какой статуи полетит моя оторванная голова и на какую мозаику на полу она шлепнется. Но в руках хочется иметь оружие, а не его определение. Пистолет ушел в прошлое навсегда, теперь его заменяет многоствольный пулемет. Тоже весьма дурацкого вида. Но зачем поменяли? Где тот старый добрый вулкан, при помощи которого противника можно было распилить пополам? Конечно, из этой игрушки с дизайном а-ля пятый элемент тоже можно убить. Но за мишенью приходится очень долго гоняться, а она тоже в тебя стреляет. И вообще, лично я хочу много оружия, как в Матрице. Хочу, чтобы был выбор. Я имею на это небольшое право, как геймер. Теперь сами боты. Перед началом каждой битвы вам предлагается выбрать уровень сложности. Я не знаю, что творится на самом высоком, но на самом простом уровне играть неинтересно, потому что даже если вас на арене всего двое, ваш противник в вас почти не стреляет. А если вы просто будете бегать за ним в ожидании первой атаки с его стороны, то рискуете не закончить уровень до выхода четвертого квейка, если таково вообще планируется. На следующем же уровне сложности у вас сложится впечатление, будто все охотятся исключительно на вас. И здесь сложно просто выжить, не говоря уже о победе. А существует еще целых три уровня сложности, которые вряд ли вообще дадут вам возможность пройти несколько шагов. А ведь компьютерному противнику не нужно сначала лихорадочно наводить прицел, а затем жать на курок. К тому же в одиночной игре вам доступна только симуляция Deathmatch или перестрелка. А насколько это известно мне, на сегодняшний день вариантов сетевой игры существует гораздо больше. Но несмотря на все вышесказанное, скажу, не покривив душой, играть весело. Именно весело. Нет той гнетущей атмосферы, что пронизывало большинство творений IT-софтвэя, перестрелка превратилась в спорт, в котором не убивают навсегда. То, что раньше было смертью, превратилось в дополнительное очко, приближающее или отдаляющее вашу победу. Вас больше не мучает вопрос, а что же там дальше? Прохождение дальше более не самоцель. Вам не нужно выполнять некие мудреные задания или носиться в поиске всевозможных ключей. Остался чистый экшен, в крови бушует адреналин, врагов больше нет, остались только соперники, и ненависти к ним не больше, чем в футболе. К тому же проходить Quake 3 Arena интересно даже на второй и на третий раз. И еще один плюс. Если вам до сих пор не доводилось играть с живым оппонентом, но вы не оставляете надежды попробовать, то Quake 3 предоставляет вам прекрасный шанс потренироваться. И в заключение сухая техническая информация. Более-менее сносно, игра работает на процессоре не ниже 350 МГц, 64 МБ оперативной памяти, и неплохо бы иметь видеокарту, хотя бы 16 МБ ускорителя.